Всем здравствуйте, рада видеть вас на моем канале «Мода и красота». Самые модные стрижки весны 2022, идеи, которые вас покорят. Итак, стрижка «Боб Каре». Эту стрижку называют самой модной. Она совмещает в себе две стрижки «Боб» и «Каре». Очень элегантно и скрывает визуальные недостатки внешности. Следующая стрижка – шеги. Стилисты также выделяют очень популярную стрижку шеги. Шеги в переводе означает «как лохматый». Стрижка и правда выглядит взъерошенной из-за ее многослойности. Это отличие делает женщин интересными и моложавыми. Следующая стрижка – пикси. Пикси не выходит из моды уже несколько лет, благодаря своей креативности, омолаживающему эффекту и множественным вариациям. И еще одна стрижка – малет. Также одна из популярных в 2022 году, как утверждают стилисты. Весной можно попробовать эту взбалмошную стрижку, чтобы вновь почувствовать себя свободной и молодой.